приветствую вас, мои дорогие подписчики. Вот вьющаяся сирень, которую мы видели вчера. Монстряшками называла еще. А сегодня утром вот такое чудо. Хочу с вами поделиться. Они выпустили листочки. Такие хорошенькие, коричневые. Ну, немножко с медным отливом. Душа радуется на них. Да так быстро, стремительно выросли. Даже не ожидала. Скоро они превратятся в цветущие растения, в лианки. Вот в такие. Проверяем. Так, уже к вечеру вот такая картина. Чуть подросли, листочки открываются. Видите, развернул два листочка, один. А второй, как сложенные ладошки. Красота какая. А вчера была такая картина. Маленькие динозаврики, головки только подняли. А это уже к вечеру. Посмотрите, какой рост стремительный. Да, горшочек другой, но я же их одновременно сажала все. Так, задумаюсь, посажу-ка я еще семена. Да лихос, впервые сажаю, такое чудо. Ну, пишут, что очень быстро растет до 4 метров высотой. А вот семена, я их замочила сутки назад. Они так набухли хорошо. Видите, один даже росточек дал. Но остальные немножко проклюнулись. Завтра буду сажать и обязательно сниму видео. Вместе посадим новую партию. Ух, летом все будет во вьющейся сирене. Говорят, их еще кушают. Подписывайтесь на мой канал. Желаю успеха. Пока-пока.